Доброго здравия! Вот этот жест знаком всем с детства. Но мало кто знает его значение и что он дает. Это все идет из далеких прошлых веков. На самом деле это Корана Мудра, которая устраняет тревоги и депрессию. Вот это соединение пальцев, если вы будете практиковать в течение нескольких минут, каждый день, при состоянии тревоги, депрессии, внутреннего конфликта и негативных мыслей, то у вас изменится ваше внутреннее состояние. Уйдет негативизм, и будет у вас абсолютно другое состояние души. Практикуйте вот это положение пальцев обеими руками, направив их горизонтально или вверх, сидя расслабленно и отпустив любые от себя мысли. И вы постепенно заметите, что ваше внутреннее состояние изменилось. Вот такую книгу я имею у себя в своей библиотеке. И я практикую на определенные состояния организма и жизни практикую жесты руками. И вам советую обратиться к мудрому.